самая умная, самая замечательная, лучше всех. Надеюсь, что у него в жизни все будет хорошо. Все замечательно. Я надеюсь, что у них с Настей будет долгий брак, счастливый с Настей. Пусть все сложится так, как они хотят. Именно вот сейчас, в эту минуту, волнующую для них обоих. Пусть это чувство они принесут через всю свою жизнь. Сегодня самый знаменательный день в нашей жизни. Выходит замуж моя любимая единственная дочь. Да. Так, чуть я считаю, что сына отдавать легче, чем дочь. Сын приводит, дочь уходит. Поэтому все это происходит с комком в горле, но с надеждой на очень хорошую жизнь. Я очень счастлива, что моя дочь выходит замуж. Я счастлива, что она выходит за этого человека замуж. И когда на них смотрю, мне кажется, что это как золото с платиной. Она очень мягкая, но она золото. А он очень твердый, и его нельзя расплавить. Но это платина. И никогда золоту не стать таким плотным, как платина. Вот я хочу, чтобы они в своем союзе всегда помнили о том, что она все-таки плавится, а он никогда. И тогда все будет хорошо. Через 10, через 20, через 30 лет. В этом секрет и счастье всего. И самое главное – смотреть друг на друга. И ощущать, чем живет каждый из них в этот момент жизни.
Ну ладно, можно поцеловать один раз. Сегодня один из самых первых лучших дней будущей семьи, будущего счастья. Безумно. Отношение к Анастасии как к человеку любимому, любящему. Эмоции переполняют до такой степени, что готов сейчас уже забрать ее с собой, увезти в самое уютное, долгожданное, семейное гнездо, которое создаст нам, в котором мы создадим совместный домашний очаг, уют. Это будет самый лучший день, самый незабываемый и самый главный день нашей будущей семьи. Что ты задумала? Мое простое. Если,
конечно, наш милый Константин осведомлен во многих вещах. Mm-hmm. Я буду загадки загадывать вам. Ваша задача их отгадать и лопнуть один из шариков. А можно сразу всех? Нет, нет, нет. Разозлили вы меня своим отсутствием. Итак, стоп. Я фея. Очень злая и очень меркантильная. Я тоже не боюсь. И как вы поняли, чтоб шарик-то лопнуть без изъяна... Нет, нет, нет. Без изъяна для ваших рук мы вам иголочку хотим предложить. Но за соответствующую выплату. Денег нет, только денег. Ну, значит, нет иголочки. Нет, нет невесты, сестричка, нет невесты. Злая ты. Ой, еще такая. Да. Ну что, украл? Я надеюсь, все позаботились? Конечно. О денежке там. Итак, начальная цена... Вот, у него надо. Ох, недооцените свою невесту и меня в том числе. Начальная цена... А мы тоже за денежки. 1000 золотых. Как нет? Он ушел, видите? Ну все, закрываем дверь, сестренка. Закрываем дверь и оставляем денег. Дай денег свой. Есть, на смартфон. Маша, Ксиму покажи, да пошли, что ты хочешь? Так. Не, открывай. Сколько? Честно? Ну, давай, наверное, пора уже. Там много. Нас ЗАГС, нас 2 часа. Там мне нельзя сюда. Считать деньги, счет на ну, ночь. Ну, так и жить. Так и быть, ладно. А то невеста замуж не держи, приступим к загадкам. Что там надо делать? Подожди, чтобы... сначала загадка, потом выходи. Чтобы наш процесс ускорился, дорогие гости, можете помогать. Запомни. Что на свете сильнее всего, Константин? Любовь, чувство. Вот вы сейчас и будете лопать. На. Вместе с Константином. Итак. Я буду держать. Раз, два, три. Вон бумажечку ловим. Дальше. Что там? Что? Подождите, пока вопрос. Держите в ручках пока. Как называется встреча двух влюбленных сердец? Ну, давайте. Ну что, конечно, все знают. Так, а это точно Константин? Сестричка, что-то я сомневаться уже начинаю. У нас вопросы-то все. Как сказали же. Нет. Еще бумажечку? Конечно, давай протолкнем. Бумажки какие-то дают. Протолкнем, стоит. А что ты сейчас стоим? Да-да-да, потом обжарите. Да-да-да, вот. Нет. Как называется счастливая сладкая жизнь после свадьбы? Медовый месяц. Медовый месяц? Спасибо огромное. У меня гарантийный сам. Это вы сам гарантийный, да? В центре праздничной толпы королева красоты. Невеста, правильно? Где? Упала. Хорошо. Как нет. Называется денежная взятка на свадьбу? Это невеста? Выкуп. И Колым даже назвать. Какие молодцы. Вот, и последний. Самый каверзный вопрос. Константин. Да-да, я лопаю. Нет, нет, вы мне в глаза смотрите. Это у нас есть всех Нинея. Теща. Вот это поразили вы меня. И последний. А, вопрос. И бумажечки давайте открывать. Посмотрим, что за слово там такое сварится. Сестричка, у нас просто волшебный сегодня гости. Знает абсолютно все и даже через бумажки считать умеет. Потрясающе. И озвучьте громко-громко. Кого? Анастасия? Любовь. Любовь или Анастасия? Любовь Анастасия. Ну что ж, все, это любовь, еще не все. Конечно нет. Выкуп все, слишком спасибо. Маленький жаль, был. Выкуп слишком маленький был. Можем, а теперь, скорее вам надо, вспомнить памятные даты. О, я знаю этих людей, подождите. С невестой было, что и как она любила. Да. Я не могу вам сказать, это слишком... Нет, это слишком интимное. Слишком интимное. День это рождения. Это не интимное, это лично. День рождения. Хороший, да, месяц. Какого числа? Декабрь. Число, да. Ой, вы знаете, так их много, но 28-е такое любимое число. Хорошо, есть. Сестричка? Дата первого знакомства с невесткой. С ума сошли, что ли? Вы опаздываете. День милиции, 10 ноября 2000... А год обязательно. Год обязательно. 2010 года. Какое число? 2010 года. Проходи, просто уже свободно. Любимый цвет невесты? Розовый был. Да. А сторона, какую невесту хотел бы? Россия, конечно. Посетить. Францию. Правильно. И последний вопрос. Любимый вид спорта. Я не могу сказать.
Теннис. Что у меня только есть? На лонг называется, на кинг заканчивается. Ну, так и есть лонг. Да, но ничего не все, это еще не все. А дверь у нас заколдована, просто так не откроется. Давай толкнем ее чуть-чуть. А что? Придется ломать. Чары нужно напустить, Константин. Как напустить? Просто чары нужно танцем напустить. Все, готово. Спасибо. Конечно. Берем. Oh, my mind, I'm playing now, baby. Ё-моё, а что, здесь люди живут, что ли? Все, я пришла. Ну, я живу. Стой, все, хватит. Все, пошли. Не буду. Все, на мне это все, спасибо. Я объявляю вас законными супругами, мужем и женой.
Костик, сэр!
Настя, забирай со мной. Так, а теперь давайте солите друг друга только один раз. Как в жизни только. Нет, хлебом. Хлебом? Ну-ка. Нет, ты зачем Настю не берешь? Настя сама. Да весь а, это ты будешь все есть. Давай солим. Да. Ты давай. А тебе все остальное. Да, тарали маленький, что ты. Да, да. Хорошо, не солите. Пусть скромность украшает человек. Отломил ты, Миша. Корми. Думаю, давай. Все, да. Запить, Ань. Даже без рук. Давай, куда даешь человек? Молодые, поздравляем вас, желаем вам счастья, уважения друг к другу, терпимости, чтобы ваша семья не знала никаких неудобств, чтобы все у вас было хорошо. Любите друг друга, уважайте друг друга, чтобы муж был друг, а жена это защита и опора. Защита, да? Надежный тыл. За вас будьте. But I tell you there is so much good, though the future looks a little bit hazy. But see, God being here, not a promise. You give us everything that we.